даже. И какое страшное чудовище видел Крох и Енот в пруду? Себя! Или отражение! Вот как, правильно, как тебя зовут? А давай погромче, как будто ты микрофон прям. Елизавета, друзья, 2 балла у Елизаветы. Вы можете, кстати, подходить поближе, если думаете, что я вас не слышу. Мы продолжаем дальше. И ну, вот это сложно. Какое носил имя капитан яхты «Беда»? Он такой с усами. Врунгель. Ну, Врунгель, конечно, у вас тоже 2 балла. Не знаю, что вы будете с ними делать, но... Да, Врунгель, капитан Врунгель его звали. Давайте полегче. Какое лекарство выписали коту Леопольду? Азверин! Вот это да, чей сын, чей ребенок? Похвалитесь, кто? Кто? Ваш? Ну, дайте я пожму вашу руку. Я ее протирал спиртом, все нормально, никаких ковидов сегодня.